Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня Сардера. Бездонатный аккаунт, на котором мы сегодня будем получать, ну, одни из топовых сундучков, конечно, не пятые, не шестые, но тоже довольно-таки неплохие, и открывать их. Так, что у нас интересного есть сегодня на рынке? Неплохой, кстати, пак на русском сервере. Хороший пак. Тут ничего интересного нет. Так. Никаких ежедневных акций нету. Необычная рулетка хитрая. В общем, по акциям ничего нету. Поехали на вход в игру. И сейчас посмотрим, что там нам дадут с этих сундуков. Какие есть варианты для бездонатов. Сейчас мы рассмотрим их. Забрать четвертые сундучки. Отлично. 5 штук причем. Дальше у нас идет в течение 5 дней подряд. И выиграете ящик славы. 3К, короче, и карта космического храма. 5 штук. Ну, думаю, ну нафиг не надо. У нас акция идет с 6 по 18, да? То есть 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Получается 13 дней она будет идти. Если мы будем заходить, вот 1, 2, 3, 4 забрали плюшки. 1, 2, 3, 4 еще раз. И 1, 2, 3, 4, 5. То есть можно один раз зайти на 5 и потом последний, допустим. То есть 3 раза. И на третий раз уже последний день забрать пятерку. Почему? Ну, я думаю, для многих из вас, по сути, космический храм, как и для меня, он нафиг не нужен. Ты знаете, чисто безделушка. 3К кулаков можно за неделю нафармить свободно. Даже на бездонате куча есть разных акций, где можно их получить. А вот сундуки, вот эти вот четвертые, можно даже в эти заходить. Первые вы не получите просто так. Очень редко их дают, если дают там 1-2. Вот, поэтому это одна из таких самых топовых акций. И по 5 дней заходить смысла даже я не вижу. Вот видите, у меня уже есть 10. Ну, то есть я еще 5, и можно дождаться следующей и получить этот космический храм. Он по сути нафиг не нужен. Вот видите, 10-20, не могу использовать. А вот плюшки, которые вы получаете, вот взять первые, да, посмотрите, насколько разница, что вы можете получить. 5К кулаков, классно, классно. То есть тут есть 5 сундуков, по 10 сразу же на прокачку, тоже классно. Вторая карта, тоже супер, отсюда можно получить недостающих топовых героев, даже того же самого Ронина для битвы гильдии, которого мне не хватает на этом аккаунте. Также, ну, по одному, скажем так, по одной коробке такое себе, ну и расходники, неплохо. Если взять вот эти вот сундучки, тут намного круче. Пакт и СО, это уже, ребят, самые топовые на урон и на деф получаются таланты, плюс камешки на прокачку смотрителя. Но если вам еще больше повезет, то вы получите слизней. 24 или 23 слизней, и вы можете прокачать героя на 10 скилл сразу же максимальный. Плюс еще там расходники, как видите. То есть для бездоната такие плюхи реально лучше всего. Так, это у нас сундук лабиринта. Мы бегали, проходили. Ну что, поехали, попробуем. Мифический ящик. Так, утекаха третья. Кстати, надо забежать. А, у нас уже архи прошел. Позабирать хотя бы плюшки некоторые. Я вечно забываю. Так, отлично. Удачные сундуки. Ну что, поехали. Начнем открытие. Посмотрим, что нам упадет. 10 штук. Неплохо. 10 камней. Тоже, в принципе, неплохо. ЗП-шки. И не хватает свободного места. Так, давайте.
в Рину сольем. Все равно надо будет качать нам силушку. Надо поднять немножко силы. Улучшить показатели на битве гелий. Так, отлично. Еще два сундучка. Чик. Коробочка. Ну, коробки я пока не открываю. Еще ЗП-шки. Ну, в принципе, относительно неплохо. Такс. Мифические мешки. Давайте карты пооткрываем. Что они валяются? Фараон. И бульдозер. Такс, отлично. Ну-ка я посмотрю. Я уже давно не забирал, чего у меня тут нету. Вот Рунина хотелось бы, конечно. Ну, видите, то есть у меня героев, скажем так, хватает на этом аккаунте. Конечно, всех топовых нет, но всему свое время. Пока копим самики. Так, кстати, сказал, копим самики, надо ежедневку зайти забрать. Ай-яй-яй, это я вчера провтыкал ежедневку. Вот лошара, еще бегали на стриме с вами. Видите, вот плохо, что нету оповещения какого-то такого, чтобы сразу заходить. Либо оно открывалось типа автоматом. Было бы очень, кстати, неплохо. Типа зашел в игру и получил сразу же плюхи, а не надо бегать еще искать. Так, окей. Надо начинать качать просветики. Ну, поехали. Чик. 30 книг. Ну, тоже это обалденные книги. 100 камней. Блин, ИСО или пак дайте. 100 камней. Опять книги. Дайте ИСО или пак. Опять книги. Ну, вот, короче, вот так вот. В общем, кучу книг надавали. Будет возможность у нас... Так, это у нас красные кристаллики. Короче, будем... качать героев книгами. Ну, проблем с запашками, скажем так, не будет. Такс. Хорошо. Ну, у меня и так проблем нету, я пока не качаю героев. В общем, мне повезло. Поехали дальше. Я так, знаете, как-то закрутился. Мы же с вами не качаем смотрителей, а их надо качать. Вот у нас они до 21-го докачаны, а дальше камешки я коплю. Вчера мы с вами побегали немножко на стриме. Древние испытания побегали. Ну и, соответственно, надо сейчас... Отлично, 30-й. Вот тут даже поболее будет. Заодно немножко ордена сольем. А то я вечно их трачу, блин, в никуда, впустую. Ну как не впустую, на магазины. Стараюсь все время что-то с магазинчика прикупить. Так, отлично. Силушка поднялась, смотрите, как отлично поднялась сила. Так, у нас еще нам дали какие-то плюхи. Так, этот у нас 30-й, 31-й и 31-й, отлично. Это очень хорошо. Такс, причем мы по силе подняли сегодня. Ну, неплохо подняли по силе. Плюс 6к, считайте. Вообще огонь. Сколько у нас там следующий титул? 70. Великий герцог. Ну что, надо апнуть, ребят. Я думаю, сейчас мы что-то нахимичим. Такс. С этим мы разобрались. Что еще нам дали? Там какие-то плюхи вроде. Все забрали. Кстати, надо глянуть, сколько у нас зефирки. 3 штучки. Огонь. Так. Как видите, могу сделать двоим героям девятку, но я пока не спешу делать. И плюс у нас есть коробок с запасом. Плюс у нас уже добавились, надо 7. Надо кому-то 8 качать. А у некоторых качано, мы кулаки потратили, то есть 8 хватает. А я, ну, без... Ну, Рину я пока не собираюсь качать. Стрелок у нас. В принципе, тоже довольно-таки неплохой. Конечно, ремочку
Надо, наверное, нам надо воодушку вытащить. Вот воодушка была бы вообще в тему. В общем, у нас хватает героев для прокачек уже. Сейчас мы апнемся. 140, 140. Ну, таким темпом апаться очень хорошо. Золота не хватает. Вот тебе на. Пока сейчас я вот, так чтобы вы понимали, стремлюсь к 2К золота, и будем с вами дальше уже делать эволюции героям, потому что уже пора, без эволюции дальше мне сложновато бегать. Так, надо нам еще зафармить. Хочу забрать скин. Давайте где-то жестокое побегаем. Хочу забрать скин на асу хотя бы, потому что я не знаю, успею. В принципе, может, и успею еще забрать на эту, на бабульку, на махатму, если получится. Там, по-моему, на нее второй скин. Но видите, очень плохо падают коктейли. Вот еще один, отлично. Итого у нас получается, у меня махатмы пока нет, 8 штук. 8, 17, будет 9. Этих, в принципе, уже хватает. Волну Т пробовал проходить. Вот, отлично. Давайте попробуем. Есть, собрали. Аса! Есть, ребятушки. Асу собрали 5 дней. В принципе, как думаете, вытащим, не вытащим? Успеем собрать или не успеем собрать? Осталось у нас дофига, но махатму, думаю, мы тоже соберем. Правда, ее нету, но это такое. Асурик у меня есть. Вроде, да, есть, вот он. Отлично. Что, давайте попробуем жахнуть. Еще один. Так, хорошо. В принципе, это довольно-таки неплохо. Просветик. Сейчас мы кому-то вцепим, у кого есть скин. Рядом. А скинов у меня не так уж и много. Так, тут пятерка уже есть. Да. Так, а ну что у меня на ледяхе? На ледяхе уже просвет есть. Давайте на мега имбу поставим. Все равно придется качать. О, утекание, отлично. Правда, махатмы нету для утекания. Череп Асура. Череп у нас с утеканием уже. Тун-тун-тун-тун-тун. Попробуем на Тессу поставим. Может когда-то нужно будет. Разбросик. Разбросик. Так, а душек у меня. Душек, душек, душек. Разбросик, в принципе, тоже нормальная тема. Сейчас я подумаю. Кому такому влепить? Что у нас у одержимого скина нету? Кому-то дальнику поставить. Можно было бы и черепу, но я его так использовать не буду. И сюда разброс нормально был бы.
На Асуру бессмысленно, мы не будем его с таким талантом юзать. Какого-то дальника надо ставить. Но у меня таких дальников не особо много есть. Ну, можно сюда поставить. Да, сюда. Нахрена ей разброс. Так, гарпия. Бессмысленно. Я поставлю сюда. Может, когда-то понадобится на каком-то архидемоне. Так, огненка. Можно, в принципе, как вариант поставить на Асуру временно. Она на нем не будет так тащить, конечно же, но... С другой стороны, зачем сливать? Можно немножко подождать. Либо поставим даже не так. Вот поставим на Рину огненку. На Рину она получше будет. Оу, баст, есть. Ебой! Вот так вот делаем. Замедление. Пока на этом остановимся. Сколько можно уже трэшевать. В общем, вот так вот, ребятушки. Такой вот у нас видосик. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. По чуть-чуть качаю постепенно. И будем дальше продвигаться. Всем удачи, всем пока. И не забывайте про конкурсы.